Всем огромный привет, и сегодня мы рассмотрим интереснейшего стрелка Клауда. Клауд поистине очень динамичный герой, его способности дают ему огромную мобильность, скорость атаки и приличный урон. Ультимейт персонажа позволяет выпускать шквал пуль, уничтожающий несколько целей на своем пути. В этом видео мы подробно ознакомимся с умениями и механикой героя, рассмотрим актуальную сборку и наиболее подходящие на него эмблемы и таланты. И чтобы лучше понимать, как устроен этот замечательный персонаж, давайте рассмотрим его умения. У Клауда всего 4 способности, 3 активных и 1 пассивная. И начнем мы разбор его навыков, естественно, с пассивного умения «Сражение бок о бок». Удача сопутствует наглым, храбрым! У Клауда есть помощник Декстер, он уютно расположился на вашем плече. Собственно, Декстер помогает нашему персонажу с каждой базовой атакой наносить дополнительный физический урон по той же цели. Это означает, что вы можете эффективно поражать врагов дважды, прожав всего лишь один раз кнопку базовой атаки. Такая механика дает Клауду огромное преимущество в дуэлях и командных боях, особенно в сочетании с предметами, усиливающими ваши базовые атаки. Ваш помощник может активировать пассивные эффекты некоторых предметов и талантов, например, вампиризм, криты и замедление, или также, к примеру, эффект таланта «Квантовый заряд», благодаря которому базовые атаки восстанавливают часть вашего здоровья и увеличивают скорость передвижения. В ходе матча делаем упор на приобретение предметов, увеличивающих скорость атаки, чтобы максимально эффективно использовать Декстера, то есть свое пассивное умение. О сборке подробно еще поговорим. Общий смысл заключается в том, что чем быстрее атакует сам Клауд, тем чаще атакует и Декстер, что в конечном счете значительно увеличивает ваш общий урон. Теперь поговорим о первом навыке Клауда – искусство воровства. Я не остановлюсь, пока не выиграю. И мой приятель тоже. Активировав навык, Клауд выпускает разрушительную волну в указанном вами направлении, нанося физический урон врагам в веерообразной области, снижая их скорость передвижения на 20%. Также снижается и скорость атаки противника на 10%. Отмечу, что такие показатели увеличиваются каждый раз, когда вы просто улучшаете навык. Также за каждого пораженного врага Клауд накапливает заряды и получает дополнительную скорость передвижения и скорость атаки за один заряд на 4%. Максимум зарядов может быть 5, и длятся они 6 секунд. Время действия и количество набитых зарядов можем отслеживать по соответствующему индикатору внизу экрана. Кроме того, каждый раз прокачивая навык, вы увеличиваете получаемый процент скорости передвижения и базовых атак за один заряд. Ну и как мы видим, максимально можем увеличить такой показатель с 4% до 7%. Вместе с тем, за каждого крипа на линии, лесного монстра, залорда или черепаху вы получаете только один заряд. Но поразив вражеских героев или призванных юнитов, то получим сразу 2 бонусных заряда. Думаю, понятно, что атакуя с умения вражеские строения, заряда мы не получаем и урон им не наносим. Почему так подробно рассказываю и заостряю на этом внимание? Да потому что по игре необходимо поддерживать набитые заряды, чтобы сохранить все преимущества. И для этого вам просто нужно первым навыком поразить любую цель. Не бойтесь спамить умением, ведь у Клауда нет ни маны, не энергии, то есть использование навыка ничем не ограничивается, применяем его, когда это возможно, чтобы увеличить скорость передвижения и скорость своей атаки. Для достижения наилучших результатов используйте умение, когда вас окружает несколько врагов, чтобы за один раз получить как можно больше зарядов. Когда стоим на линии, стараемся поражать и крипов, и противника. Таким образом, мы быстрее набиваем себе заряды, наносим урон противнику, да еще и замедляем его. Искусство воровства – это отличный инструмент для начала командных боев или преследования убегающих противников. И помните, чем больше врагов затронуто, тем выше будет ваше преимущество. Первый навык, по сути, дает вам основной источник урона. Открываем его со старта игры и качаем каждый раз, когда он доступен. Первым навыком, кстати, неплохо добиваем крипов на линии, или можем вовсе попробовать добить крабика и получить дополнительное золото. У навыка хороший радиус применения, пускай у него и мало урона, но он есть, и если у противника мало здоровья, то вы и вовсе можете его забрать. По игре, к примеру, находясь на линии, можете использовать это умение на близлежащих лесных монстрах, чтобы поддерживать количество зарядов. Кстати, не всегда стоит убивать такого монстра, вы можете использовать его попросту как болванку, объект для поддержания стаков. И как следствие, набитые бонусы зарядов используем для более успешной атаки противника. Пускай в данном эпизоде видео показан вам грубый пример, но суть, я думаю, до вас донес.
Первым навыком, естественно, можно и нужно проверять кусты на предмет засад. Правда, цель мы не раскроем, но если у вас появляется соответствующая иконка, свидетельствующая о накоплении зарядов, тогда противник точно затаился в кустах. Если нет зарядов, то и нет противника. Благодаря способности и получаемым бонусам легче зачищаем пачки крипов. Перезарядка умения всегда составляет 5 секунд, вне зависимости от уровня прокачки навыка. Каждый раз, улучшая умение, вы увеличиваете его базовый урон. Как вы уже знаете, уменьшаете скорость передвижения пораженного противника с 20% до 30%, а также скорость его атаки с 10% до 20%, и увеличиваете свою скорость передвижения и атаки за один заряд с 4% до 7%. Перейдем к обзору второго активного навыка – боевая голограмма. Вперед, Декстер! Наш выход! Используя умение, Клауд создает голограмму Декстера в указанном вами месте, которая автоматически атакует ближайших врагов в течение 5,5 секунд. Базовая атака голограммы, как и сам Декстер, наносит физический урон и может активировать некоторые эффекты атаки Клауда, в том числе от предметов, например, вампиризм, криты, замедление. И как вы видите, опять же, к примеру, эффект от предмета, говорящий с ветром тайфун, также работает. Он, собственно, активируется после базовых атак и поражает до 3 противников магическим уроном. При этом как сам Декстер, то есть пассивное умение, так и его голограмма со второго навыка наследует 25% эффекта атаки Клауда. При повторном нажатии на навык вы меняетесь голограммой Декстера местами. Сразу же хочу обратить ваше внимание, что вы можете поменяться с голограммой местами несколько раз. Но после первого вашего перемещения на навыке появится перезарядка, длительность которой составит 3 секунды, хотя сам навык продолжит действовать. И пока время действия навыка не закончилось, можем прожать его снова и переместиться еще раз. Таким образом, вы можете поменяться с иллюзией Декстера местами 2 раза, пока действует сам навык. Собственно, время действия отслеживаем по соответствующему индикатору, шкале вокруг умения. Перезарядка умения после окончания его действия на первом уровне прокачки составит 13 секунд и к финалу прокачки 10,5. Очень приятно и то, что перезарядка начинает отсчитываться с момента активации навыка, а не по его завершении. Таким образом, когда вы максимально прокачали способность, ее перезарядка составит всего 5 секунд. Убедительно попрошу вас зайти в режим тренировки или в обычку для того, чтобы попрактиковаться со вторым умением. Порой необходимо моментально переключаться на призванную голограмму. Этот процесс может потребовать некой сноровки. Вы должны научиться делать это очень быстро и следите за таймером, временем действия умения. Думаю, и так понятно, что вы можете использовать Декстера, чтобы преодолевать препятствия или просто для того, чтобы быстрее передвигаться по карте. Голограмма Декстера не считается призванным юнитом и противник не может взять ее в цель или как-то иначе взаимодействовать с ней. Зеркальное отражение Декстера может дамажить ТВРа, и иногда его можно использовать для нанесения дополнительного урона по башням, но будьте аккуратны, ведь Декстер — это по сути ваш единственный шанс на отступление. Второй навык можно комбинировать с некоторыми умениями союзника, например. Изначально можем расположить нашу голограмму, присоединиться к поездке с Джонсоном и, если нас что-то не устраивает, вернуться на исходное местоположение. Также можем досрочно прервать нашу увлекательную поездку и, опять же, если нас что-то не устраивает, пока действует навык, вернуться обратно. Навык легко скомбинируем с телепортом Луи или же с телепортом Чипы. Также можем ТП-шнуться на базу и вернуться на Декстера. Это сработает, когда одновременно прожимаем второй навык и ТП-шку. Времени хватит буквально на долю секунды. Как вы уже сами успели догадаться, все эти фишки рабочие, но не особо функциональные. Я их вам рассказал по большому счету для информации. Хочу отметить, что в настоящее время проходит турнир М6, и многие из вас, наверное, за ним наблюдают. Собственно, некоторые профессиональные игроки прибегают к связке телепорта Луи и второго навыка Клауда. Но в соло-рейтинге вряд ли у вас получится договориться со своим тиммейтом по команде. Умением запросто можем проверять кусты на предмет засад. Голограмма Декстера покажет, есть ли там враг. Очень важно и то, что голограмма не может быть установлена на препятствии, то есть она не застрянет в нем, а разместится за его пределами. И таким образом, опять же, все к примеру, не обязательно подходить к самим кустам, а просто можем установить навык на препятствии, и иллюзия Декстера сама разместится в кустах и покажет, есть там враг или нет. Таким образом, мы как бы увеличиваем дистанцию размещения иллюзии Декстера. Ну и конечно же, нам легче будет преодолеть такой объект, мы сэкономим время и быстрее его перепрыгнем. Ваш второй навык особенно полезен, когда вам нужно быстро уйти от врага или из-под башни противника. Голограмму можем разместить внутри кустов, за стенами или в других труднодоступных местах, а затем поменяться с ней местами в нужный момент, чтобы уйти от своих преследователей. Прежде чем вступать в бой, вы можете поместить зеркальное отражение Декстера в безопасное место, чтобы у вас был план быстрого побега после того, как нанесете противнику урон как с базовых атак или с ультимативного умения.
Так необходимо делать для того, чтобы навык не уходил в перезарядку на 3 секунды, и вы обеспечили себя дополнительной безопасностью. В случае, когда вы недооценили противника и сразу переместились на Декстера, навык уйдет в перезарядку на 3 секунды, и вы попросту не сможете на него вернуться обратно. Если влетаете в файт, то оценивайте свои силы. Естественно, чаще всего вы будете использовать голограмму для агрессивного стиля игры, но вырываетесь в бой с противником в подходящий момент. Изначально лишний раз лучше убедиться, что враг отдал навыки контроля, а еще лучше пусть битву начнет ваш инициатор по команде, например, танк или плотный боец. Я понимаю, что в солоранге есть с этим проблемы, но вы тонкий стрелок, боитесь контроля взрывного урона и по-другому ну никак. При помощи второго умения можем уклоняться от множества навыков и заклинаний противника, например, хука Франка, летящего порождения Селены, флаймшота и так далее. Можем также избежать оглушения колец Иня, когда прыгнем ему за спину или в сторону. Благодаря обмену местами с Декстером снизим урон с ультимейта Эймона. Самое главное — прожимать кнопку перемещения в тот момент, когда клинки Эймона развернутся, иначе можете не задоджить его урон или получить часть урона. Мы также запросто можем прервать ультимейт Хаябусы. Есть герои, которые могут заблокировать ваш навык или не дать вам переместиться на голограмму, например, когда привяжет Диги, когда связывает Чичи с товарищем по команде, ультует Сильвана. Когда ультует Минситар, Декстера активировать вы можете, но переместиться на него нет. Также ваш первый ультимативный навык вам будут доступны. Хуфра при помощи своего второго навыка перемещение на Декстера не блокирует. И думаю, вы сами понимаете, что многие эффекты контроля, например, подброс, превращение, оглушение, оцепенение, заблокируют вам в том числе и второй навык. Будьте аккуратны, когда используете обратное перемещение на Декстера, ведь умные противники могут вас там поджидать и затем просто убить. Всегда смотрим, где находится иллюзия Декстера и что происходит вокруг, ведь она дает вам обзор. Вы можете использовать голограмму тактически, например, сначала отступить, увидеть, что ситуация изменилась, стала более благоприятной, вернуться неожиданно для противника и забрать его, прожав свои навыки. Опять же, все очень ситуативно, но за ходом игры, что происходит на мини-карте, наблюдайте всегда. На ранней стадии игры, когда у вас еще нет предметов, но уже, к примеру, получены первые два активных навыка, АФК на линии стоять не нужно. Если нашим товарищам по команде требуется помощь и у вас есть возможность подойти, то сделайте это, у вас хорошая мобильность, а также имеется массовое замедление с первого навыка, и вы для своей команды можете быть очень полезным. Способности Клауда, как и базовые атаки, наследуют вампиризм, а это означает, что в сочетании с некоторыми предметами вы будете хорошо восстанавливать часть своего здоровья, к примеру, атакуя лесных монстров или крипов, поэтому когда у вас мало хп, на базу можем не возвращаться. Герой благодаря пассивке, первому, второму навыку является очень мобильным персонажем, быстро перемещается по карте, имеет хороший урон и скорость атаки. А значит, вы можете не только участвовать в битвах, но и хорошо сплитпушить, то есть зачищать линии крипов и быстро сносить вражеские башни. У Клауда хороший урон не только с ультимейта, о котором мы сейчас поговорим, но и с ваших базовых атак. По КД прожимаем первый навык, замедляем противника, ускоряем свои базовые атаки, скорость своего передвижения и в сочетании с подходящими предметами наносим очень приличный урон. Ну и наконец, ультимативный навык Клауда – превосходный дуэт. Познакомьтесь с моим напарником. Это Дексин Механикус Жгучес. Или просто Декс. Прожав способность, Клауд и Декстер объединяются и быстро стреляют по вражеским врагам в течение 3 секунд, каждым выстрелом нанося физический урон максимум по двум врагам. Атаки с ультимейта считаются базовыми атаками. Замедлив видео, мы видим, что атаки с ультимейта летят в хаотичном порядке. И обратите внимание, что Клауд и Декстер единовременно наносят урон только по двум целям. Вместе с тем, такие атаки с ультимативного навыка наносятся очень быстро. У навыка хороший радиус применения. Атаковать можем любые цели, например, обычных крипов на линии, лесных монстров, ларда или черепаху, призванных юнитов. Хоть урон, наносимый с ультимейта, и считается базовыми атаками, но он не способен дамажить вражеские строения, например, башни. Атаки с ультимейта наследуют некоторые эффекты от снаряжения, например, замедление, вампиризм. И для наглядного примера, вы активируете уникальную способность предмета, говорящий с ветром Тайфун, которая поражает до 3 целей магическим уроном. Все показывает для примера, о том, какие предметы подходят на Клауда, мы поговорим подробно чуть позже. С ультимейтом мы способны активировать некоторые эффекты талантов, например, от таланта Квантовый заряд мы получаем ускорение и восстанавливаем часть здоровья. Как вы уже успели заметить, применив навык, вы также получаете щит.
Размер щита зависит от количества нанесенного урона по врагу. То есть, чем больше противников поражаем, тем выше будет размер щита. Как я показывал ранее, урон наносим не только по героям, поэтому по игре будет выгодно активировать ультимейт, когда находитесь, например, с пачкой крипов. Так размер вашего щита будет выше и хилиться будете лучше. Вместе с тем, по основной цели урона, конечно же, пройдет меньше. После применения ультимейта щит продлится еще 3 секунды. Абсолютно не важно, на какой дистанции вы атакуете цели, размер урона будет одинаковым. Урон в том числе зависит от скорости вашей атаки, так на видео слева Клауд атаковал без стаков, на видео справа у него было 5 зарядов. В игре есть персонажи, которые способны заблокировать урон, наносимый с базовых атак, а соответственно и с вашего ультимативного навыка. Например, Карина, когда активирует первую способность. Причем с Декстера урон она также не получит. Точно так же урон не пройдет и по Наташе, когда она прожимает свое второе умение и находится в тучке. Избежать урона с ультимейтом может любой противник, который воспользуется способностью маскировки или невидимости. По таким целям урон с базовых атак не пройдет, Декстер также не способен их поразить, поэтому изначально героев со способностью маскировки поражаем с первого навыка, раскрываем, а затем дамажим. Кстати, Лесли в некотором смысле контрит Клауда, она запросто может уйти в режим маскировки и избежать урона с вашего ультимейта, а также она способна прервать ваш ультимативный навык, когда оттолкнет вас. Для атаки вам нужна цель, и таким образом, когда противник просто зайдет в кусты, то ультимейт не способен нанести ему урон. У вашего ультимейта нет никакого эффекта антиконтроля, и его могут прервать, например, когда вы получите эффект подброса. Причем, даже если вас подбросит союзник, например, Кусака, то эффект ультимейта он прервет. Нашу ультимативную способность также собьют благодаря превращению, оцепенению, подавлению. Также, когда в нас ультует Инь и переносит в свой подвал, то ультимейт он прерывает. При этом навык не сбивает эффект оглушения, немоты, ужаса, или отталкивание. Когда Клауд использует ультимативный навык, вас могут сместить, выцепить из того места, где вы находитесь, и сорвать таким образом атаку, например, когда Франко попадает своим хуком. Эффект замедления также негативно влияет на скорость вашего передвижения, и ультимейтом можем просто не достать до цели. Аккуратно играем против Лолиты, ведь ее щит отражает как ваши базовые атаки, так и ваш ультимейт. Отраженные пули могут задеть вас или ваших товарищей по команде. Помним и про то, что мобильные герои с навыков рывков, прыжков, полетов просто могут убежать от вашего ультимейта. И по игре, конечно, лучше давать ультимейт, когда такие навыки противники уже потратили. Люнакс, Кадита, Линк и другие персонажи с умениями неуловимости могут просто прожать свои навыки и избежать урона с ультимейта Клауда. Нашу ультимативную способность можем скомбинировать с навыками товарищей по команде. Например, когда присоединяемся к поездке с Джонсоном или используем вспомогательный навык Матильды. Когда покупаем на Клауда зимнюю корону и прожимаем во время действия ультимейта, то герой получает на 2 секунды неуязвимость к любому виду контроля и урона, но при этом ультимативный навык не прерывается и продолжает наносить урон окружающим целям. Применяя ультимейт, вам часто требуется залетать чуть ли не в самую гущу битвы, и конечно же вы должны жить, и не хотелось бы, чтобы навык сбили. Заморозка отлично справляется с этой задачей. Учтите и тот момент, что в состоянии заморозки вы не можете двигаться, а значит противник может от вас убежать. Перезарядка эффекта заморозки длится 100 секунд, и по игре рекомендуется продать предмет, чтобы приобрести другой, более полезный айтем. Губительный пулемет увеличивает радиус наших базовых атак на 15%, но, к сожалению, радиус атаки ультимейта не увеличивает. Когда противник прожимает отомщение, с базовых атак мы получаем хороший урон обратно. То есть, по сути, бьем сами себя. То же самое произойдет и с ультимейта, обратный урон по нам будет проходить приличный. Ультимативная способность Клауда может изменить исход командных боев, но для ее применения требуется правильный расчет времени и позиционирование. Перед применением ультимативного навыка сначала рекомендуется активировать первый навык, чтобы увеличить скорость атаки, а затем использовать второе умение, чтобы занять оптимальную позицию. Во время ультимейта можете использовать первый навык, например, для поддержания зарядов и замедления противника.
Второе активное умение также доступно, и перемещаясь на Декстера, можем догнать отступающего врага. Ультимейт можно использовать для зачистки линии крипов, но лучше его приберечь, так как он выдает массовый хороший урон. Как вы уже знаете, ульта дамажит не только героев, но и другие объекты, и таким образом, если, к примеру, ключевая битва происходит на ларде, можете перестраховаться, дать ультимейт, тем самым обеспечите урон по объекту и затрудните противникам подход на радиус атаки ультимативного навыка. Каждый раз прокачивая навык, вы сокращаете время его перезарядки с 50 секунд до 40, также будет увеличен базовый урон навыка. А теперь перейдем к следующей части нашего видео, в которой рассмотрим наиболее подходящие на Клауда эмблемы таланты, боевые заклинания и сборку. Сейчас на ваших экранах представлены предпочтения топ-10 мира игроков. В принципе, все выбирают одно и то же, за редким исключением. Давайте разбираться. И начнем мы с выбора боевого заклинания. На Клауда нередко берут отомщение. Оно на 35% снижает получаемый урон и обратно атакующему в виде магического урона возвращает также 35% полученного урона. Его суть заключается в том, чтобы давать вам дополнительную выживаемость, когда вы с ультимейта влетаете в толпу противников. Щит. У этого боевого заклинания в принципе такая же задача, как и отомщение, давать вам дополнительную выживаемость. Отлично работает и сочетается с вашим щитом с ультимативного умения, особенно когда у противника в начале игры немного урона. Если в команде противника много героев с контролем, например Тигрил, Атлас, Гвиневра и так далее, то возьмите себе очищение, оно собственно снимает накладываемые на вас негативные эффекты. Вспышка. Дает вам дополнительную мобильность. Я ни в коем случае не спорю, что Клауд и так является хорошим мобильным героем благодаря голограмме Декстера. Но именно вспышка поможет вам выйти из невыгодного файта или догнать противника, когда голограмма недоступна. Не стоит забывать про то, что второй навык уйдет в перезарядку на 3 секунды, когда вы просто перемещаетесь на него. Кроме того, ультимейт под вспышкой также будет работать, он не сбивается. Спринт, как и вспышка, дает вам дополнительную мобильность. С активированным ультимейтом можем достаточно быстро поменять свою позицию. Окончательный выбор боевого заклинания будет зависеть от ваших предпочтений, стиля игры и состава команд. Рекомендую попробовать поиграть с различными вариантами и выбрать для себя наиболее подходящий. Теперь поговорим о наиболее подходящих на Клауда эмблемах и талантах. На Клауда берем эмблему убийцы, получаем физическое проникновение, физическую атаку и увеличиваем скорость нашего передвижения на 3%. Первым талантом рекомендуется выбрать талант проворность и увеличить скорость своих атак на 10%. В качестве альтернативы можете попробовать талант разрыв и дополнительно увеличить свое физическое проникновение. Физическое проникновение нужно для того, чтобы игнорировать физическую защиту противника, то есть бить будем сильнее. На Клауда также подойдет талант ловкость, который на 4% увеличивает скорость передвижения. Вторым талантом рекомендуется выбирать талант стойкость, и когда здоровье героя ниже 50%, то физическая и магическая защита увеличивается на 15 единиц. Талант безусловно увеличивает вашу выживаемость, особенно когда с ультимейта атакуем нескольких противников. Вторым талантом нередко выбирают талант мастер-убийцы. Если поблизости находится только один вражеский герой, то наносимый ему урон будет увеличен на 7%. Мастер-убийца отлично подходит для начала игры, когда вы с противником на линии золота стоите один на один. Нередко берут и талант охотник за скидками, он собственно снижает стоимость снаряжения на 5%. Чем быстрее покупаем предметы, тем раньше можем реализовать Клауда. Последним талантом берем квантовый заряд и при нанесении урона базовыми атаками увеличиваем скорость передвижения на 30% в течение 1,5 секунд и восстанавливаем часть своего здоровья. И как я показывал в основной части гайда, с ультимейта Декстера этот талант активируется. Опять же, окончательный выбор талантов будет зависеть только от ваших предпочтений. Поэкспериментируйте и выберите наиболее подходящие для вашего стиля игры таланты. Ну и наконец, рассмотрим наиболее подходящие на Клауда предметы. Начнем с сапог. Если в команде противника много магического урона, а также массового контроля и замедления, то купите себе прочные сапоги. Именно эти сапоги дают вам магическую защиту, а также снижают длительность массового контроля и замедления на 30%. Когда в команде противника много героев с физическим уроном, то лучше взять себе сапоги воина, они собственно увеличивают вашу физическую защиту. В команде противника практически всегда есть герои с магическим уроном, массовым контролем и замедлением, поэтому приоритетным выбором будут прочные сапоги. В качестве первого основного предмета на Клауда нередко выбирают меч охотника на демонов, который увеличивает вам физическую атаку и на 20% скорость атаки. Благодаря предмету ваши базовые атаки наносят дополнительный физический урон в размере 8% от текущего здоровья цели. Предмет очень хорошо работает против плотных бойцов или танков. Кроме того, с базовой
базовых атак вы будете получать дополнительный вампиризм, то есть восстанавливать себе часть здоровья. Естественно, меч охотника на демонов будет работать и от ультимейта, потому что урон с ультимативного навыка считается уроном с базовых атак. Вторым предметом возьмите косу коррозии, увеличите физическую атаку на 5% скорость передвижения и на 30% скорость атаки. Кроме того, с базовых атак вы будете замедлять свои цели, также работает от ультимейта. Предмет собираем правильно, сначала покупаем его составляющую часть, быстрый арбалет, и увеличиваем скорость своих атак на 20%. Кстати, этот предмет также нередко собирают первым, то есть сначала косу коррозии, а потом меч охотника на демонов. Третьим предметом можете приобрести золотой посох, он повышает уровень вашей физической атаки и существенно увеличивает скорость ваших атак. Отмечу, что в сборку с золотым посохом на Клауда нередко берут и говорящий с ветром, который в том числе дает вам 20% шанса критического удара. Так вот, уникальная способность золотого посоха заключается в том, что каждый 1% дополнительного шанса критического удара преобразуется в 1% дополнительной скорости атаки. То есть, если вы собрали золотой посох, то любые ваши криты будут преобразованы скорость атаки. Говорящий с ветром, кроме 20% шанса критического удара, увеличивает на 35% скорость ваших атак и на 20 единиц увеличивает скорость передвижения. Ну и как вы уже знаете из основной части гайда, благодаря базовым атакам вы можете вызвать уникальную способность предмета Тайфун, который атакует до 3 противников магическим уроном. Повторюсь, одни игроки собирают ГСВ вместе с золотым посохом, другие нет. Если в команде противника много героев с отхилом или щитками, можем приобрести Трезубец. Он увеличивает вашу физическую атаку и на 20% повышает скорость атаки. Предмет работает как антихил, то есть когда вы атакуете свою цель, то вы снижаете ее эффекты щита и регенерации здоровья до 50%. Также Трезубец увеличивает урон на 8% против вражеских героев с большим количеством дополнительного здоровья. Предмет отлично сочетается с мечом охотника на демонов. Если вам трудно пережить физический урон противника, смело можете взять Ветер природы. Он увеличивает вашу физическую атаку на 20%, повышает скорость атаки и дает вам 10% вампиризм. Также это прожимаемый предмет, активировав который вы получаете иммунитет на 2 секунды к любому физическому урону. Когда в команде противника много магического урона, можем купить Золотой Метеор. Он увеличивает вашу физическую атаку, дает вам 10% вампиризм и повышает уровень магической защиты. Кроме того, когда ваше здоровье падает и ниже 30%, вы дополнительно получаете щит. Губительный пулемет увеличивает Клауду физическую атаку и на 20% повышает скорость атаки. Предмет отлично подходит для стрелков, так как увеличивает дальность базовых атак на 15%. Но, к сожалению, как я показывал ранее, дальность атаки ультимейта он не увеличит. Кроме того, вы также увеличиваете физическое проникновение на 30%. Злобный рык дает вам физическую атаку и также, как губительный пулемет, увеличивает физическое проникновение на 30%. Но тут есть небольшое отличие. Злобный рык может вам дать дополнительно 30% физического проникновения. И складывается оно в процентном соотношении, исходя из физической защиты противника. Простыми словами, чем больше у врага предметов на физическую защиту, тем выше ваше физическое проникновение. Если у противников много бронированных героев с физической защитой, то лучше вместо губительного пулемета взять злобный рык. Также на Клауду отлично подойдет зимняя корона. Это активируемый предмет, прожав который вы получаете иммунитет к любому виду урона и контроля на 2 секунды в виде заморозки. Зимняя корона очень хорошо комбинируется с вашим ультимейтом, ранее показывал. Бессмертие позволяет вам возродиться на том же месте, где вас убили. Эти два предмета после использования их уникальных способностей рекомендуется продавать, так как время перезарядки этих уникальных способностей достаточно долгое. Так, теперь маленькая ремарка отступления. Я вам рассказал об основных предметах, которые собирают на Клауда. Ваша сборка, естественно, может отличаться, и не обязательно собирать предметы в том порядке, в котором я их вам перечислил. В общем и целом, на Клауда собирают предметы, которые увеличивают скорость и усиливают его базовые атаки. Единых сборок нет, играем с умом, смотрим против кого играем и с кем играем. Ну и конечно же в игре есть предметы, которые в той или иной степени контрят Клауда, вот о них теперь давайте и поговорим. Играем на стрелке, берем Ветер природы, это прожимаемый айтем, активировав который мы получаем иммунитет к любому физическому урону на 2 секунды. Играя за мага, убийцу, да и в принципе того же стрелка, покупаем себе зимнюю корону. Активировав предметы, мы получаем иммунитет к любому виду урона и контроля на 2 секунды в виде заморозки, отлично работает против ультимейта Клауда. Господство льда способно снизить скорость атаки атакующего до 80%, то есть замедляет базовые атаки Клауда. Шипованная броня отражает получаемый урон с базовых атак в размере 30%. Этот предмет очень хорошо сочетается с боевым заклинанием отомщения, которое также отражает получаемый урон. Если вы, к примеру, играете на таком герое, как Белерик, у вас имеется шипованная броня и активировано отомщение, то Клауд может умереть от своих базовых
мобильных атак. Сам по себе Клауд хороший мобильный стрелок, но он очень сильно зависит от снаряжения и набивания стаков. Играем от объектов, поддерживаем свои заряды, чтобы не потерять скорость передвижения и скорость атаки. Всегда ждем подходящего момента для влета со второго навыка и активации ультимейта. Инициацию отдаем бойцам и танкам. Самый главный совет при игре за Клауда – это его прочувствовать. Вам нужны тренировки и практика. Ну а если вам понравилось данное видео, то пожалуйста, не забудьте поставить лайк. Вы меня тем самым очень сильно замотивируете. Я буду делать гайды чаще и еще подробнее. У нас также есть телеграм-группа, в которой приходят уведомления о начале стримов, если, конечно же, вам это интересно. А также проходит голосование за выбор следующего героя, на которого я делаю гайд. Все необходимые ссылки найдете в описании под этим роликом. Ну а на этом, к счастью, к сожалению, у меня все. Всех обнял, всем спасибо за просмотр, особенно тем, кто досмотрел до конца. Увидимся. Надеюсь, в рейтинге увижу больше хороших Клаудов.